Режим Назарбаева и Токаева повесил на наших героев лживый ярлык экстремистов и лишил свободы. Под сфабрикованным обвинением сторонников Кущей партии ОСА осудили на длительные тюремные сроки. Это был сигнал всем гражданам, что режим посадит каждого несогласного. Гражданские активисты стали щитом между кровавым режимом и нашими семьями, нашим будущим. Семьи политзаключенных очень дорого платят за нас. Спросите себя, готовы ли вы на такую жертву? Гражданский активист Улазбек Ахметов незаконно осужден на 2 года и 2 месяца лишения свободы по статье 405. Только за то, что выходил на митинги в Алматы, призывал освободить преследуемых активистов и хотел лучшей жизни для своей страны. Граждане Республики Казахстан, меня зовут Ахметов Улазбек. 18 октября 2020 год, город Алмата. Город Алмата, Арбат. Это Асар. От правозащитной организации. Вскоре Улазбека перевели из родного города в колонию в Таразе, чтобы правозащитникам было сложнее его навещать и фиксировать факты пыток. Администрация учреждения морит людей голодом. Зимой отключают отопление в камерах. Несколько человек с открытыми ранами не получают лечения. Политических заключенных здесь стремятся сломать и отказаться от идеи демократии. Осужденные пишут жалобы и заявления, но насилие никто не расследует. Они сказали, если я напишу на них заявление, то они меня уничтожат, не дадут в этом лагере жить. Поэтому 19 января осужденные начали массовую голодовку и погромы в знак протеста против пыток. Никто не сможет вернуть политзаключенным украденные властью годы за решеткой, но каждый может регулярно их поддерживать. Наша помощь и передатчики придают им сил. Наша забота об их семьях укрепляют веру в победу над судебным беспределом. Регулярно пересылайте небольшую сумму, чтобы обеспечить осужденных самым необходимым. Качественным питанием и продуктами гигиены. Вместе мы освободим всех незаконно осужденных по 405 статье. Потому что активисты не экстремисты. Это наши патриоты и герои. Будем их поддерживать и бороться за их свободу.